Вот и пролетел почти год с тех пор, как Тяньшань Adventure Travel Club воплотил в жизнь свою идею о национальном трофи-рейде. На Старой площади Алматы собрались многие из тех, кто год назад стартовал на первом в истории Казахстана международном марафоне «Тяньшань». Около 40 экипажей на автомобилях, мото- и квадроциклах снова бросили вызов бездорожью. В этом году мегаспорт «Тяньшань Трофи» стал третьим этапом чемпионата Казахстана по трофи-рейдам, а посему для многих участников это не только активный отдых, но и возможность заработать лишние очки в борьбе за чемпионское звание. Но будем до конца откровенными. Все-таки главная цель подобных марафонов – это прежде всего активный, в какой-то степени экстремальный отдых. И можете не сомневаться, свою порцию адреналина получит каждый. Добро пожаловать на Тяньшань Трофи! После церемонии открытия соревнования, которую провел первый вице-президент Автомобильной Федерации Казахстана, руководитель гонки Виталий Йост, через подиум проехали все, кому предстоит в течение недели доказать, что они лучшие. После торжественного старта участники отправились в сторону Джунгарского Алатау, к одному из самых красивейших мест горного Казахстана. Перегон в 350 километров, и караван остановился недалеко от населенного пункта Текели. Но гонка спортсменов ожидает только на следующий день, с утра. А сегодня организаторы дали участникам возможность пообщаться, докрутить, довинтить, доломать и дособирать все то, на что обычно перед стартом не хватает времени. Зато с утра со свежими силами сразу в бой, но после брифинга, на котором Виталий Йост пожелал всем удачи, предостерег от резких движений, горы все-таки, и дал дружеский совет. Не спешите, пожалуйста, брать в лоб точку. Походите, подумайте. Сразу скажу, первый спецучасток не тяжелый, но мы попытались его специально сделать таким, для того, чтобы вы прошли некоторую адаптацию. Забегая вперед, скажем, адаптация к горам оказалась куда жестче, чем первый спецучасток. Спецучасток Чиже, чуть более 40 километров, на котором организаторы поместили по 13 точек для каждой из групп. Согласно регламенту, все участники разделены на 4 зачетные группы – ТР-2, ТР-3, мото-АТВ и группа «Туризм». В отличие от спортсменов, туристы в этом году не собирают контрольные точки. Решение, надо сказать, спорное, и многими экипажами из этой группы оно показалось неправильным. Несмотря на это, настрой, как видите, боевой. Зато у них появилась возможность, никуда не торопясь, насладиться красотами Джунгарского Алатау. У спортсменов такой возможности нет, ну разве что краем глаза. Потому как вторым надо смотреть в оба, чтобы не пропустить 13 контрольных точек, 6 из которых обязательные, да еще уложиться в контрольное время. Так что, сами понимаете, не до красот. У группы «Мото» приключения начались еще до старта. Один из участников где-то затерялся по дороге. Вот так вот. С
стартуем уже без одного. Первые потери. Вот мы будем ждать нашего товарища, а потом стартуем по полной. ТР-3. Точка номер 4. Первыми к ней подъехал экипаж братьев Орловых. Все действо длилось минут 10, не более. Подъехали, сфоткались и дальше. Никаких лишних телодвижений. Ребята, видимо, где-то репетировали. А вот экипаж Кошелев-Тарасенко поработал на камеру сполна. Правда, 35 минут для них пролетели, видимо, очень быстро, но энергии и сил при этом отняли немало. Камни, камни и камни. И это не просто камни, это мокрые камни. Не дотянуться. Из воды практически выехали, но на каменную плиту решили заезжать задом. Через какое-то время к этой точке стали подтягиваться спортсмены. И, посмотрев на все это со стороны, поняли, есть смысл помочь, процесс пойдет быстрее. И он действительно пошел быстрее. Через полчаса экипаж все-таки одолел эту точку, после чего участники один за другим фоткали себя любимых на ее фоне. Слова Виталия Йоста о том, какие на этом спецучастке точки, верны. Нет простых точек, которые можно подъехать и взять просто так с наскока. Может быть и есть такие точки, но будет очень трудно вернуться с них. Так и получилось. Для экипажа «Мегаспорт» Мажинова-Обыскалова начало гонки счастливым не назовешь. Точку взяли быстро и без проблем, а вот когда отъезжали, рулевая тяга переломилась как спичка. Железяка вроде бы неприметная, но очень нужная, без нее никак. Связь, слава богу, есть, но драгоценное время не вернешь, как тогда казалось. В группе ТР-2 проблема того же плана. Там хоть и точки попроще, но ведь и машины подготовлены не так. Но, пожалуй, больше всех отличился 311 экипаж. Первый спецучасток, третья точка. Я там очень весело перевернулся. Вот это было заполнено. Ну, вообще, имея здравый смысл, туда подниматься было полной глупостью. Спортивный интерес, доедем, не доедем, не доехали. Зато есть что вспомнить. Вообще, этот день у всех участников и организаторов останется в памяти надолго. Но произошедшие события, не имеющие отношения к спорту, не смогли кардинально повлиять на мероприятие в целом. Усевшись на камне, горным орлом, прямо в тени пальмы, наблюдал за процессом начальник дистанции. Отсюда, как на ладони, открывается панорама еще на одну точку, поставленную им же за несколько дней до старта. GPS, ориентирование в горах, имеет одну хитрую особенность. Подъезжая по навигатору к точке, ты порой не знаешь, где она окажется, выше на горе или низко под ней.
И любое неправильное телодвижение – это потраченное время. Поэтому немаловажно то, как экипаж быстро сможет сориентироваться в каждой конкретной ситуации. Как известно, одна голова хорошо, а две лучше. Это что касается экипажей. Но как в такой ситуации едется мотоциклистом-одиночком? Надо не только смотреть за дорогой, но и отслеживать по GPS точки, быть штурманом, то есть еще и думать. Организаторы в этой ситуации нашли хороший выход. Коллективный разум – это не что иное, как выпустить всех мотоциклистов одной большой командой. С точки зрения безопасности это правильно, не дай бог, что случится в горах. Ну, царапины и ссадины не в счет. Для этого есть специальная защита, которая предохраняет от мелких неприятностей. Сейчас вернусь. Кстати, регламент не запрещает финишировать таким образом. Теперь вернемся на полвека назад. Выпущено меньше 5000 штук. Они были предназначены специально для дружинников села и поощрялись работники, которые там майнеры, там доярки. Ну, лично я доярку представляю только на метле. А, пардон, на метле это баба-яга. Эти автомобили выпускались с 50-х годов, по-моему. Я сейчас точно не могу сказать. Но наша машина 56-го года. 50 лет проедет, я не знаю. Land Cruiser Prado 50 лет проедет какой-нибудь? Вряд ли. Насчет Тойоты сложно сказать. Но глядя на то, как машинка не спеша двигалась из Алматы в горы, терзали смутные сомнения, доедет ли. Машина это как бы немножко козлит. Не рассчитана на скорость. Для быстрой дороги, не рассчитана для хорошей скорости. Но зато когда чих-пых, потихонечку, хорошо, равных нет. Вот таким бодреньким, а вовсе непростым оказался первый день марафона «Мегаспорт Тяньшань Трофи». Луна как-то подкралась незаметно, и на очередном брифинге Виталий Йос сообщил две новости. Одна хорошая, другая очень хорошая. Там будет адвенч-лагерь, это турбаза Еловая, это палаточный городок, в котором мы, организаторы, накрываем вам стол, ужин, показываем кино. Завтра чебанов не будет, только будут пасечники. С этим мы пошли спать. В окрестностях населенного пункта Текели у въезда в ущелье Кара был дан старт второму спецучастку. Менее чем в 100 километрах по ущелью Китай. Поэтому сначала пограничные формальности, а потом очередное бездорожье. Скажем сразу,
Это был потрясающий по красоте день. Царство камня, мутные потоки горной реки и березовые рощи в ущельях. Думается, многие спортсмены тогда позавидовали туристам, у которых было время полюбоваться этими красотами. Да, участникам группы ТР-2 и ТР-3 было не до красот. Итоги предыдущего спецучастка для ТР-3 были аннулированы в связи с тем, что никто не уложился в норму времени. Так что вчерашнее не в счет, все начинается сначала. Точка номер 13. Для ТР-2 это место оказалось, видимо, самым узким на трассе. Очки за предыдущий спецучасток в этой группе никто не отменял, поэтому борьба продолжалась. Все началось с того, что экипаж Мандриченко-Гридиев проскочил поворот к точке. Если бы они знали, сколько времени там потеряют, может быть, и не вернулись бы. Спуститься во враг смогли без проблем, а вот выбраться обратно удалось далеко не сразу. Время шло быстро, и через 20 минут на этом месте было уже 5 экипажей. Кто-то смотрел за процессом со стороны, некоторые помогали как могли, а кто-то даже высказал предложение сделать судейскую задержку, то есть на время остановить время, так как доступ к точке закрыт. Но это не совсем так, вернее, совсем не так. К 13-й можно было подъехать с обратной стороны, аж по двум траекториям. Только никто не захотел пройти по кустам и посмотреть подъезд. Но подъехавший 210-й экипаж нашел еще один, чуть правее, и спокойно подъехал сбоку. Весь экшен занял 10 минут, после чего по его следам отправилась всегда настроенная на победу Светлана Наумова. Еще! Вот еще! Тихо! Теперь чуть-чуть туда! Чуть-чуть! Все. Уверен, что коня на скаку она уже останавливала, а вот общий язык с поколением Пепси найти получается не всегда. Молодежь, да? Не говори. Но все это эмоции. На взятие точки ушло также не более 10 минут. А в это время 206-й экипаж с помощью соперников, казахского фольклора на русский лад и просто желания смог-таки выбраться из оврага. Теперь группа МОТО. Надо сказать, им тоже досталось. Собирать точки на вершинах оказалось не так-то просто. Иногда приходилось подниматься в гору без мотиков, в 35-градусную жару, да еще в спортивной экипировке. Но тем приятнее был кратковременный отдых на пленэре. За счет того, что эти точки были еще и на горе, и где-то в кустах, пока туда заберешься, хуже было еще такое, что я, ну, наверное, виновник этого, пролетел 5 километров лишних. И пришлось вернуться всей группе, потому что мы идем все-таки рейдом, и эти точки назад собирать. Но в любом случае мы в зачет сегодня попали, обязательные точки взяли, взяли еще на всякий случай запасные точки, где самые большие. А вот это правильно, лишнее не помешает. Но такую роскошь не могут себе позволить спортсмены. Организаторы всячески постарались испортить им жизнь. Алексей Никижев по этому поводу выразился очень правильно. Трасса легкая, точки некоторые сложные. Особенно шестая и четвертая, которые расположены буквально в 30 метрах друг от друга. Прелесть одной из них в том, что спустившись, не так-то просто оттуда выехать. We'll be right back.
вы знаете, быть туристом хорошо, не ломается нишо. Можно любоваться природой, прикалываться над другими, да мало ли что еще можно. В конце концов, это отдых. Посмотрите, как им легко и непринужденно едется. А спортсменам... Мост оторвало. А туристам... А спортсменам... Двигатель оторвался, представляешь? Но надо признать, ломались не только машины. Две камеры из трех, работавших на этом спецучастке, периодически снимали без звука. Поэтому говорю по памяти все то, что рассказывал дядя гонщик. Смеется. Ну что сказать, машина показала себя просто отлично, но ехать почему-то не хочет. Сдулись все колеса. Отдельное спасибо организаторам. Особенно понравились большие камни и глубокие ямы. Шофер тоже хороший, педальки не путал. Кстати, о нем. Антанас Венскус все бросил и прилетел за 3500 километров из Литвы в Казахстан пока на разведку. И даже заменил на этом спецучастке Игоря Мажинова, получившего травму руки. Надо стараться! Да, стараться надо всегда. Вдруг получится. Мне была возможность, мне дали боевой автомобиль, и один ЦУ я проехал. Один день я был спортсменом их соревнования. И как твои ощущения? Мурашки по телу бегают. Ну, неприятно смотреть, когда дорога, ну, за стеклом дверей уже кончается она вообще. В общем, я так подумал, что лучше приехать первый раз самому увидеть, а потом только друзьям говорить и свою боевую технику вести. То есть... Постоянный участник и неоднократный призер трофи рейда «Ладога» Антанас Венскус через год обещал вернуться и не один, а со своей машиной. Вот таким насыщенным, красивым и динамичным оказался этот день. Кто-нибудь сними мне каску! Вот теперь я молодой и красивый. Вот эта душевная такая трасса, прикольная, она на технике. Свистеть ништяк, господи, вот это такая. 7 минут до первого места не хватило. 7 минут, я тебя ждал, я тебя ждал. Как он меня ты ждал? Я тебя ждал, ты там раскорячился. Я на этом. Мы трасса на самом деле оказалась хорошая, и мы даже по сторонам успели смотреть все достопримечательности. Да, здесь действительно есть на что посмотреть. Ну а вечером, как и обещали организаторы, все участники были накормлены ужином и усмотрены фильмом о 10-й юбилейной «Ладоге». Вообще, база Еловая, где остановился караван, удивительное по красоте и незабываемое для отдыха место. Кухня, электричество, горячий душ. А в этих домиках, не поверите, итальянская сантехника. В горах. Извращенцы. Ущелье называется Кара, это... ущелье устья реки Кара. Здесь находится самый высокий водопад в Казахстане, в Средней Азии, Бурхан-Булак. Замечательные места Джунгарского Алатау. Здесь находится палаточный лагерь турбаза Иловы. Это как бы место, в котором мы пропагандируем экологический туризм. Экологический туризм – это не что иное, как побыть наедине с природой. И на какое-то время забыть о существовании автомобиля, телевизора, мобильника и многого другого, без чего трудно представить сегодняшнюю жизнь.
Сегодня третий и последний день горных спецучастков. А это значит, пока есть возможность поправить свое место в турнирной таблице. На пляжно-дюнной гонке сделать это гораздо тяжелее. Группа ТР-2 едет по вчерашней трассе. Только теперь она будет собирать точки ТР-3, а это чуть сложнее. По сумме двух дней лидирует 215-й экипаж, но 208-й после этого спецучастка приблизился к лидерам. Произойдет ли чудо, все выяснится на Копчегае. Теперь ТР-3. В этой группе лидирует экипаж братьев Орлов. Иди. Выводы делать рано просто. Посмотрим, война план покажет. Забегая вперед, скажем, после этого спецучастка они еще больше упрочили свое положение и находятся в полшаге от победы. Экипаж Кошелев-Тарасенко могли побороться за первое место, но как в воду глядели. Хорошего ничего. Ничего хорошего. Хорошего ничего не ждем. Определили, что там ничего хорошего не будет. Пилот получил травму руки и был доставлен в больницу. Эта неприятность отбросила их на третье место. Экипаж 311. Ан Клостер. Их предпоследнему месту ничто не угрожает. Нет, вчера было весело. Без двигателя, без гидроусилителя, без тормозов. Ну даже если бы нам запчасти не привезли. Вы бы все равно стартовали. К этому списку можно добавить оторванный стабилизатор и заплывы их «Титаника» на Копчегае. Только они про это еще не знают. Мы находимся на контрольной точке. Отсюда открывается потрясающая панорама на ущелье Кара. Вдали еле виднеется база Еловая, чуть ближе старт. До места, где установлена камера, спортсмены доезжают за 15 минут. Эта точка имеет одну особенность. К ней можно подъехать с двух сторон. Но принимать решение экипаж должен в этом месте. Ехать через вершину и спуститься к точке или напрямки на камеру, но это еще круче. 304-й пошел простым, но дальним путем. Будущее показало, что они оказались правы, потому как короткая дорога выглядела так. В общем, достижимо, хотя и тяжело. Но куда тяжелее досталось экипажу Абыкаев-Амуралиев. Не стану утверждать, это обрыв полуоси или просто какой-то звук. Но подобные звуки многократно доносились из-под Дефендера Трушникова во время экспедиции на Гималайи. После таких щелчков обычно меняли полуось на новую. Но самая большая неприятность ждала их на пятой точке. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Короче, тащили так, что сначала порвали трос, а потом и остальное. На этом Тяньшань Трофи для экипажа закончился. Нужна сварка. Было на этом спецучастке еще одно любопытное место. Это озерцо маленькое. Говорю еще раз механика. Человек, который ставил вешку в воду, фамилия у него Денисюк, но не Стас, а Костя. Человек прошел и поставил эту точку, вода у него не превышала колено. Там, где скала, оттуда идет каменная гряда.
И все, что нужно было сделать, это просто объехать лужицу с другой стороны. Точка эта не обязательная, но все, кто пытался ее одолеть, действовали прямолинейно, в лоб. В конечном итоге отступая и, естественно, тратя при этом время. И так уже потеряли 10 минут. Теряем еще больше. Ну что же, три спецучастка позади. Мы в прямом смысле слова спускаемся с гор и движемся в сторону Текелей, в лагерь первой ночевки, который за эти дни стал просто вторым домом. Позади горные спецучастки и оторванные железки, маленькие победы и обидные поражения, но ясно одно. Свою порцию адреналина, общения и хорошего настроения получил каждый, а посему есть что вспомнить. Нормально? Спокойно. План сформировал? Как бы мокро, да? Я... Понял. Дальше слушай. Блин! Я ботинки там оставил. Я вот здесь ложил, вот на камушек. Нет, не находил. Вот мы на этом лоханулись. Ёлки-палки. Фотоаппарат забыл. Совсем. Я не знаю, я же тебе говорил. Так слушай. Лоханулись 4 раза. Вода бежит, короче, грязь. Все побросали. Ништяк. Что такое трамбить? Нет, вот они. Я, фу, ну слава богу. Честные, короче. Типа, раз. Да! Ой, ну ты вырежешь, да? Ну ладно, я пошутил, давай деньги. Ну, короче, денег он не получил. Пузыри видишь? Зато мы не увидели пузыри, но увидели, как три пары мужских ног, в то время как Дмитрий Трофимович попивал чаек, воровали с его машины коробку. Раз, о, опять камеру заклинило. А в это самое время мастер художественного кадра творил для искусства чудеса. Чем хороши трофи-рейды, так это тем, что они есть. И настоящий джипер всегда найдет, где погоняться. Копчегайское водохранилище – излюбленное место отдыха парнокопытных, джиперов. Курить люблю. И просто нормальных людей. Какие ветеринары, тут людские соревнования. Здесь, на территории одного из пляжей, чуть позже и состоится последний спецучасток Мегаспорт Тяньшань Трофи 2006. Пора к старту готовиться. Ну, самый сложный показался первый, может быть, часть второго. Ну, наверное, всего первый, который отменили. Достаточно интересный был, и точки такие. Сама трасса несложная, до точек до этого достаточно сложный. Соревнования проходят неплохо. Конечно, не без своих минусов, но я думаю, мы еще по сравнению с нашими друзьями с России еще молодые в плане организаторских способностей, но я думаю, в ближайшие годы мы все наверстаем. А запомнилось то, что не такую, можно сказать, не то, что безысходную ситуацию упали на двух таких элементарных точках, когда машина на все четыре колеса вывесилась. И, ну, самим смешно, чтобы за все время пришлось один раз разматывать лебедку. Если кто-нибудь увидел со стороны, что мы ее разматываем в этом месте, ну, смеялись бы, в принципе, с каждой видели тоже. Я считаю, мы справились. Для женщины это мы даже очень справились. Мы класс показали мужикам, что мы тоже это умеем. Ну, я в первый раз участвовал в такого рода мероприятии. И я, честно говоря, масса впечатлений. Вообще просто как приподнятое настроение абсолютно. Сегодня мы победим! Ура! Болото мелкие, для нас ничего не значит. Мы не такие в 812-м проходили. Две попытки по два круга каждая, и все встанет на свои места. После жеребьевки и ознакомления с трассой, причем пешком, состоялись заезды в перемешку с заплывами. С них и начнем. И настрой как? Только к победе. И главное, чтобы наша ласточка не подвела. Но ласточка подвела. Слишком глубоко оказалось это место. Все,
утонули. Гонка не рассчитана для поджириков и вообще для ТР-2 это не рассчитано. Компьютер намок, рация намокла, все намокло, мы тонем, просто тонем. Да ТР-3 это просто ужас. От них одни неприятности и мутная вода. Правда, и там были проблемы. Значит, вспоминаем. Гидрач, тормоза, оторванный двигатель и стабилизатор. Правильно, это 311 экипаж. Ой, стой, блядь, перевернет он его. Перевернет, говорю. Ты вот в этом месте, смотри, какая глубина. Ну что здесь скажешь? Ребята всячески пытались доломать машину, и это им удалось. Супер! Едем домой прицепом. Зато сколько положительных эмоций и хорошего настроения. И, наконец, УАЗик. Зрители на берегу поддерживали и переживали за них. Операторы, затаив дыхание, вспоминали «Титаник». Но главные минуты так и не дождались. Случился хэппи-энд. Вот и проплыли мы этот спецучасток. Причем без проблем проплыли. Два раза корму поднимала, ни разу на мель не сели. Вот так. Сказал, как отрезал. Мегаспорт Тяньшань Трофи 2006 стал историей. Это еще молодой проект, проект амбициозный. Для организатора марафона Тяньшань Adventure Travel Club подобное мероприятие – это возможность лишний раз объединить всех, кто неравнодушен к этому нелегкому делу – оффроуду. Ни для кого не секрет, что спортивные проекты, а особенно проекты, связанные с автоспортом, невозможно осуществить только на энтузиазме организаторов. И спонсорская поддержка таких марафонов играет огромную роль. Но торговая сеть «Мегаспорт» пошла дальше. Это не только финансирование трофи рейда, это еще и участие экипажа Игоря Машинова и Андрея Быскалова в самом соревновании. И тем приятнее получить награду из рук титульного спонсора, вчерашнего соперника, а если точнее, такого же сумасшедшего и одержимого,
как и любой, кто выбрал в качестве отдыха бездорожье. Год пролетит очень быстро. Готовьтесь!